Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего YouTube-канала. Сегодня, 12 мая, мы посетим с вами Троекуровское кладбище. Сегодня дата памяти советского российского киноактера, телеведущего, юмориста Владимира Ухина. Владимир Ухин также являлся телеведущим программы «Спокойной ночи, малыши». Владимир Ухин родился 12 мая 1930 года, а скончался 12 апреля 2012 года. Похоронен Владимир Ухин на Троекуровском кладбище на 6-м участке, куда мы подойдем с ламбадочкой от всех нас.
сегодня мы побывали с вами у легендарного ведущего программы «Спокойной ночи, малыши» Владимира Ухина. Мы от нас всех поставили лампадочку, немножечко поснимали. Надеюсь, что вам этот ролик понравился. Обязательно пишите свой комментарий и подписывайтесь на мой телеграм-канал, который есть по ссылочке в описании. Вам огромное спасибо. До скорых встреч. YouTube-канал Никита Добрыш.